К другим темам. Два дня землеустроители Якутии обсуждали изменения в законодательстве, вопросы оценки недвижимости, новые методы работы. На семинар-совещание приехали специалисты из Москвы, Комитета Госдумы, представители федеральных министерств. На сегодняшнем мероприятии подвели итоги работы за последние годы, наградили лучших сотрудников. Семинар проходит в республике уже в пятый раз, и в этом году он посвящен 250-летию землеустройства в Якутии. Думаю, что все-таки вот этот наш семинар поможет нашим землестроителям, нашим кадастровым инженерам, нашим оценщикам уже по-новому смотреть в свете свежего законодательства. И как раз в рамках также и одного гектара, дальневосточного гектара, люди по-новому воспримут данный закон и начнут работать в этом направлении.